Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Начинаем игру Ведьмак. Это первый Ведьмак. Так я, ну, должен быть первый. Хрен его знает, какого лохматого года он. Нужен. Его звали Геральт из Ривии. Он был ведьмаком. Убийцы чудовищ. Необычный контракт. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью, стрыгой. Предатель, наложивший проклятие, стал приманкой. Серебряная цепь. Страшно, кошмарно. Что, я увидел ее или услышал, или почувствовал? Как? Она идет. Сам наложил проклятие, сам же боится. Ну, по идее, заклятие должно спасть так-то, если он колдун, конечно, был. Ну? Вот она, принцесса. Ну, красивая улыбка. Мать его. Вот так, по мордам этой твари. Ну давай, нападай. Кого победит? Блин, целый фильм создали нахрен. Это еще в те времена древние. Ну уже. Цепочка-то, да, стягивает сама по себе. Порвала цепочку. Порвала. Порвал монстр, порвал принцесса Виктора тогда. Я магия. Сейчас палец в нос засунет, его охренеет монстр. Ты шельма. Да. Врыло. На.
вниз. Больше лезла. Серебряный, нет? Вот в чем вопрос. Или Булат. Стрижка. До последнего билась, тварь. Господи, ни хрена себе они фильм-то затянули. Давай, сейчас в гроб ляжет вместо нее, и она не сможет туда вернуться. И время. Все, в свой гроб она не могла свернуться. Вот тебе и замок. Порт по своему, мать того. Усадьба. Фазента, как не знаю. И где она, дива? Вот она. Сытная такая. Но все равно дикая. Ведьмак преуспел. Женщина. Снял проклятие и увенчан славой. Мир изменился с приходом Великой войны, часа меча и топора, часа презрения. Геральт исчез, но он не забыт. Впрочем, это уже совсем другая история. Геральт из Ривии. Ну вот, начинаем. Новая игра. Ведьмак, захватывающее приключение в мире, где нет деления на добро и зло, а есть только поступки и их последствия. Новые сюжеты Ведьмака, каждый из которых рассказывает свою отдельную историю. Не, давайте, вот это, конечно. Ведьмак. Для начала, для начинающих игроков сложность боев невысокая. Алхимия для выживания не обязательно. Рекомендуется для большинства любителей ролевых игр. Сложность боев средняя. Алхимия полезна для выживания. Только для опытных игроков. Сложность боев высокая. Изучение алхимии необходимо для выживания. Естественно, нормально мы идем. Управление так. В основном мышь и умная изометрическая камера. Легкое управление рекомендуется обычным игрокам и тем, кто хочет получать стратегический обзор битвы. Вот клавиатура и мышь. Да, красивые территории. Нужен. Вот уже 5 лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой войной. Чума и голод терзают страну, и никто не считает их жертв. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос. Что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвена. 1270 год. Со дня окончания Великой войны прошло 5 лет. Великая война. Прошлое преследует. Воспоминания. Что тебя гонит? Не могёшь.
Давай, интрига. Кто это будет? Вы собратья? Ну, не убийца, это факт. Где? Лежи. Все в порядке. Ведьмаки. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. Да. Выгляжу-то я не пила. Я ничего не помню. Побитый какой-то весь. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Морхене. Надо обращаться к дневнику здесь часто, чтобы знать, что на кого охотится, если, конечно, ты не задрот. Это бог его знает, на каждое свое оружие, своя тактика. Красота. Чтобы пыль убирал. О, наставник. В шрамах-то абсолютно все ведьмаки. Мы дома. И все на лице. Лео, зови Трис. Давай. Трис, Беатрис. Ваше время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. Опа. Бей. Неумехи. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Моя баба, как всего я понимаю. Всего два дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Это что, сколько мне память-то отшибло, что не могу забыл объяснить, далеко. Но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! Должен обдумать. Ты все вспомнишь? В Каэр-Морхене время не спешит. Да сейчас. Ха! Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? На неприятности идешь. Ждем остальные. Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Прекрасно. Есимир, у нас гости. Почему у вас вообще решетка поднята? Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. Где тренажер? Где тренажер, мать вашу? Вот он. Так, наведите курсор на меч, нажмите левую так, чтобы поднять его. Чтобы атаковать врага, щелкните по нему левой кнопкой. Для... Под враждебными персонажами расположен красный индикатор. Персонаж с зелеными индикаторами дружественный.
На. Это я понять не могу, что ты не бьешь-то? Ну-ка, настройки, где у меня дополнительно мышь? Скорость мыши там можно поменять? Он сглаживание, так. Листва. Гамма нет, игра. Вот так. В режиме вида третьего лица для управления движением. Так, используйте клавишу. Так, поворачивайте камеру с помощью мыши. Нажмите, удерживайте Shift, чтобы использовать курсор мыши. Ага. Если вы щелкнете по земле левой кнопкой мыши, так, подойдет. Понятно, как это все делается. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Всему свое время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. Так, а мне здесь ничего собирать надо? А, это пауза. Пробел, пауза. То есть, где надо, ты сам перепрыгнешь. На, это оттуда прилетело. Охренеть. Давай. Давай. Что происходит? Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут. Черт. А это что? Химера. Трудная тварь. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный и аморальный маг. Кошмар. Таракана притащили. Они подходят. Готовьтесь. Нужен звездный десант. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. Даже никто не паникует. Профессор, ты знаешь путь, веди. Ага. В нашем же замке. Профессор разыскивается в Редании, Тимерии, Каэдвене. Настоящий ублюдок. Хм. Я не слышала о таком чародее. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволлу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера – одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе. Именно. Эскель, Ламберт, остановите химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволлу и его зеленого любимца? Да. А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены
и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один? Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк. Волк. Ага. Чтобы проследить путь цели квеста. Вы можете использовать серию так, чтобы убивать врагов более эффективно. Для этого не нажмите левую кнопку мыши. Ага, пылающий меч. Это усиленная атака, как я понимаю. Что-то не принимает он. На. Ты перешел мне дорогу, умрю. Так. Чтобы убивать врагов. Так, нет. Для этого нажмите левую кнопку мыши только когда ваш курсор примет форму пылающего меча. Ну, что-то. Ты пожалеешь, он некогда родился. Блин. На. Это он не принимает форму пылающего меча. Ничего не понятно. А ладно. Ты пожалеешь о том, где когда родился. Давай. Давай.
перешел мне дорогу. Понятно. Еще один. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Да. Управление то еще. Блин, там еще двое. Так, это что, силовой стиль? Оружие. Ржавый меч. Система. Так, я знаю, что здесь собирательство у нас будет. Давай. Вот на какую территорию-то? Вот ты туда не прыгаешь. Понятно. Нормально, блин. Куда ты не уходишь? А значит наверх. Это все равно что-то типа линейки будет у меня. Используйте быстрый стиль во время сражения с ловким противником. Переключитесь на него можно с помощью значков, так, кошки. Используйте силовой стиль, я уже понял. Вот так. Я уже понял, надо нажимать еще раз, когда он, блин, красный станет. Огненным мечом.
Да, игра древняя, поэтому так, нажмите пробел, чтобы включить или выключить режим активной паузы. Да. Используйте паузу, чтобы... Ага. То есть паузу можно использовать. Так, используйте быстрый стиль в сражениях, тогда враги не смогут уклониться от ваших ударов. Да подождите. Давай. Да стойте. Тихо. Так, теперь ты. Так, там пока идет замес. Мне это хоть куда надо. Успеваю. А надо ли мне вообще тогда было их гасить первоначально? Вопрос. Не жалко. Здесь не пройти. За мной, назад к Саволе. Так. Ты пожалеешь, а там некогда родился. Вот так. Что у нас здесь? Еще разок. Всех порубил. Так.
Я не могу сдвинуть котел, слишком тяжело, вероятно, можно использовать магию. Но у меня сейчас нету магии. Да нет. Ворота в цитадель. Башня закрыта? Замурована, я бы даже сказал. А вот в этих бочках ничего нету? Нет, ни хрена нету. Ладно. Да давай, выворачивай, твою мать. Мы только что оглушили своего противника, теперь его можно добить одним щелчком мыши. На. Щелкните левой кнопкой мыши по лебедке, чтобы открыть ворота. Да без проблем. Перерубай канаты. Да, древняя игра. Должна, как сказать, много терпения. Нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Трис может быть права. Надо. Господи, это вообще страшно. Что им нужно? Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права. Вот этот, кстати, голос он озвучивал. Геральт, ты уже имел дело с магами. Джедаев. Игру джедаев. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь. Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас. Ласточку прибереги, на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Так, чтобы открыть панель снаряжения, щелкните левой кнопкой на значке сумки или нажмите клавишу так, чтобы выпить его. Гром. Так. Иконки всех. Так, воздействие, оказываемых на Геральта, появляется в кольце окружающих ваш медальон. Подведите курсор мыши к иконке, чтобы получить дополнительную информацию о воздействии.
Ну-ка, а второй-то у нас Ребис, только эфир, так. Регенерация здоровья. Пошли. Готов, Геральт? Да. Это твой первый бой? Нет, но я впервые убил человека. Держись рядом. Так. Сохраняем. Давай. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся. Я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Ничего. Это лучше, чтобы он просто смеялся. Ну так. Не боевой режим, вы можете разговаривать с другим персонажем и оружием в руках. Выберите этот режим, чтобы спрятать оружие, тогда можете говорить. В режиме третьего лица дважды нажмите клавиши, чтобы уклониться от врагов. Сейчас ты у меня замешаешь. Давай. Вот так. На. Блин, он меня там бьет, а ты не видишь. Да стой ты. Вот так. Спокойно. Зачем такая большая территория, если нахрен никто ничего не алё? Не понимаю. Так, групповой стиль наиболее эффективен против группы слабых противников. Переключайтесь на него, можно щелкнув так клавишу C. Хорошо. Это что за гномы нахрен тут? Это не до конца понял, что это за гномы. Заперто. Тут ничего нет, ничего, никакого собирательства. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Сохранение игры. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков.
Еще недавно ты жаловался, что Савола их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, белого волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на тебе они его считали покойником. Известный убийца. Лео, назад! Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. За работу! Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ведьмаки нас не побеспокоят. Вам-то нахрена мутагены? Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком Аарт. Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Сделай знак Аарт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем. Пойдем, бегать сейчас будем нахрен. Бежали только зря нахрен. Так, шокнув левый по кругу стихии, вы изучите заклинание. Так, ну что ж, думаю, на этом все, закончим. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!